Вот со мной будет так же, да? Всем привет, меня зовут Раиль. Знаю, что многие соскучились по чат-рулетке, поэтому сегодня новый душевный выпуск под гитару. Но прежде чем приступим, хочу среди своих подписчиков разыграть вот этот вот замечательный микрофон FIFA NK678, предназначенный для блогеров, стримеров. Условия участия очень простые. Нужно, во-первых, подписаться на мой канал, врубить колокольчик, нажать лайк и написать в комментариях, для чего вам нужен этот микрофон. Я сам выберу самый интересный и трогательный комментарий, подведу итоги ровно через неделю у себя в Инстаграме, поэтому подпишитесь, чтобы не упустить. Сыграй что-нибудь. Привет, сыграй. Давай. Что хочешь-то? Давайте сыграй что-нибудь. Давай. Восьмиклассница. Блин, смотри, взял этот аккорд как раз восьмиклассница. Мы совпали. Пустые улицы вдвоем с тобой, куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно, ты говоришь, пойдем кино. А я тебя зову в компак, конечно. Восьмиклассница. Классно. Красота. Давай что? Еще что-нибудь. Я тоже песни пишу. Могу напеть одну. Давай скрипчим соль своего. В прошлым летом в июне написал песню, она такая, знаете, в современном стиле, конечно. Под гитару тоже можно сыграть, может понравится. Когда тамбоном был, тамбоном все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе ли полной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвоню по пьяни и не скрою своих чувств. И что же нам с тобой делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл, ведь ее уже не будет тут. Когда тамбоном был, тамбоном все по. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Ласа, дай свой инстаграм. Напиши сюда, напиши сюда. Напиши сюда свой инстаграм. А может лучше ютуб? Вот давай. Давай. Ой, давай. Нихуя. Ох. А я думала, где я тебя видела, я тебя смотрела. Да круто. Ты же видеоуроки выпускаешь, да? Ну, да. Выпускал скорее. Погоди, я сейчас зайду, я, по-моему... Я у тебя смотрела вот на гитаре Канги Вали, а потом гитарист поет любую песню на улице. Офигеть. А я-то думаю, откуда я его... Можешь тебя сфоткать? Давай. Прикольный чехол. Спасибо большое. Опять вы? А нет. Нет. Я еще не видел вас. Это не как мой. Делишки? Хорошо. Что делаете? Да ничего. Лежите? Ну да. У вас есть любимые песни или артисты какие-нибудь? Нет. У тебя есть? Ну, наверное. Не вспомнишь, да? Я не знаю. Ну ты, а что ты хочешь? Я типа тренируюсь, знаете, игру такую провожу с людьми. Они меня называют, я пытаюсь спеть. Ну, если знаю, конечно. Давай. Вот это. Знаешь Рамиля? Ну, одну песню только. Какую? Рами. Ну, ту самую. Какую ту самую? Ну, главную же какую. Сияй, которая. Давай. Точно? Или других давай, артистов давай, еще давай. Назовете? Ну ладно, ладно. Так. Сияй, сияй, из твоей тел во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня, но не улетай. Просто сияй.
очень красиво. Спасибо. Только припев, к сожалению. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. А, да. Я думал, не слышно меня. Нормально? Да. Есть любимые артисты? Я вот пою, для себя челлендж построил такой. Да. Типа люди называют. Вокруг фонарного столба. Не знаю. Сложно. Сложно? Сплин. 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 Ну да, в принципе, можно. Давай. Какую именно? Вот это? А, кстати, точно. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, у земли и в воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвисом Пресли. Кофе сбежал, пан пропеллер хотя. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Очень круто! Спасибо. Вы такие очень... прикольные. Пританцовываете даже. Да. А что, другие нет? Да не особо. Не, круто очень. У тебя еще голос такой приятный. Я так прям очень. Привет. Привет. Чего? Ой, ты на гитаре играешь, сыграйте. Давай. Есть любимые артисты? Кого слушаете? Назовите ну мне. Ну как, я все подряд слушаю. Да, очень много. Хорошо, да. Есть такая старая песня Noise MC, может, знаете, «Ругань из-за стены». Ну, что попробуй это? Чуть, может, вспомню, я не знаю. Ладно, ладно, давайте. Попроще давайте тогда. Вот это. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумела гитара сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой глаз она зашла и сразу понял. Я и купидон мне в сердце не стрелой дала пулю. Сказал, наши классные детки, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тем плетусь за Юлей. Амур на клюпик подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит Юля. Любит не меня, ведь в мечтах нет твоих. У меня с Юлей одна фамилия. Долгая песня. Ой, а меня Юля зовут. Да, вот, я знал. Очень круто. Привет. А, запаздывай, на гитаре да? играешь? Да. Сыграть, да, что ли, что-нибудь? Давай. Ха, блин, давай вот такую вещь. И силы на исходе, и кровоточат раны. Жить еще не поздно, а умирать так рано. И вновь один остался, и разбежались люди. Все, кто когда-то клялся, что долго не забудет. А я теряю корни. Спасибо, спасибо. Огонек, молодец. Давайте похлопаем ему. Спасибо. Я еще песни пишу, могу спеть свою песню. О, давай. Так, погнали.
Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды, зацепившись кормой от твоей скалы мысли, чтобы я мог встречать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом из снежных историй, мы находили происки этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолей все, чтобы к тебе прикасаться. И нас с тобой закружит этот белый танец, назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто память. И нас с тобой закружит этот белый танец, назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто память. Под песню готовишь, да? Да, под песню готовишь, сейчас так такое угораю. Блин, прикольно. Такая романтично. Ну да, куплеты, конечно. Ну, совместная песня. Куплеты поет другой, поет, читает. А рэпер. Вот. А что вы готовите-то в итоге? Грибы с дошираком. И что, это вкусно? Как чан рамен, все дела такого плана. Привет. Такой ты сладкий. Привет. Кажется, я тебя знаю. Я тебя тоже знаю. Ты забыл, что ли? Переписывались же уж как-то в Инстаграме. Что? А ты петь будешь, одетый или раздетый? Последнюю классную реакцию я решил выложить эксклюзивно в Инстаграме. Его здесь нет, как вы видите. Поэтому переходите по ссылке в описании на мой Инстаграм, подписывайтесь. И не забывайте участвовать в розыгрыше микрофона FIFA. Подписка, лайк и трогательный, интересный комментарий, зачем вам этот микрофон. Ну а если у вас возникло желание научиться играть и петь на гитаре, как я, вот рядом со мной будет кнопочка на мои видеокурсы по гитаре и вокалу, а также в описании будет ссылка. Просто скачивайте на комп, смотрите, изучайте все мои знания, все мои навыки и играйте на здоровье. Всем пока.